Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня сделаем небольшой обзор о современных и винтажных лезвиях. В Испании уже не первый год идет мода на бороды, и в связи с этим очень сильно увеличился спрос на обыкновенные лезвия, как на современные, так и на винтажные. Но на винтажные лезвия увеличился довольно-таки очень сильно спрос. Я сам использую тоже станки, ну то есть классические, они уже можно сказать винтажные, но это не винтажный станок, это современный станок, но в классическом исполнении. Да, это, например, фирма Жилет. Вот он идет вот в такой простой упаковке, видите? У меня их два, я вам покажу, как он упаковывается. Видите, вот так вот примитивненько, в бумажной коробке, то есть ничего особенного. Вот, дальше. Его также, кстати, упаковали очень простенько лезвие к нему. Видите, вот жилет, лезвие, вот такие вот под винтаж, вот так вот красиво оформили упаковку лезвий. Ну, есть современные. Да, исполнение, это вот Китай, чистый Китай, вот так вот они, не заморачиваясь, упаковывают в белый пластик и, в принципе, работают. Лезвие, между прочим, рабочее, хоть и Китай. И, естественно, теперь поговорим о классике. И классика жанра, это большой спрос идет на жилет и шик 70-х, 60-х, 80-х годов. И вот у меня есть шик, вот это 60-х годов, видите, может кто-то помнит. Смотрите, вот как было все оформлено, да, это целое сейчас, вот когда берешь в руки, это и сравнить вот с этим современным оформлением, так это вообще, я хочу сказать, как искусство, да. Посмотрите, как все исполнено, все аккуратненько, ты его берешь в руки, аж радуется этому. То есть, как бы, глаз радует. Или вот этот шик. Это 80-х годов выпуска. Тоже многие ж помнят его, да? И вот такой вот. На вот эти вот коробочки сейчас очень большой спрос. И есть в таких же упаковках, но только жилет. У меня его уже нет, к сожалению. И что я вам хочу сказать. Цены поднялись очень сильно на вот эти вот лезвия, да, винтажные. То есть сейчас, например, вот такая упаковка, вот именно вот эта зеленая, она может легко достигать цены 20 евро. Вот одна упаковка 5 лезвий. Вот такая вот упаковочка шика, да, она, например, может достигать где-то 10, от 10 до 15 евро, я в интернете смотрю. И поэтому хочу сказать охотникам, на блошиных рынках вы обращайте внимание на лезвие. Сейчас это такой хороший тренд, который, в общем-то, дает очень большой спрос, да. То есть вот я вот сам бреюсь, да, вот я вам уже как сказал, вот это у меня вот станок марки Жилет, это другой марки уже не помню, ну то есть он регулируемый. Можно открываются створки. И есть у меня вот, такое вот, вот такая безопасная бритва тоже. Это все современно. Я как бы винтажными станками не хочу себя пользоваться, потому что мало ли. Но, дорогие мои друзья, обращайте внимание именно на винтажные лезвия. Почему? Потому что идет очень-очень большой спрос. И, ну вот сами посудите, ну вот посмотрите, как вот исполнены вот эти винтажные лезвия. Это же красота. Это же вот просто произведение искусства. Какая упаковка, как она красочно исполнена, да, вот, ну вот. Ну, что там говорить, ну, очень красиво. И посмотрите на вот это вот. Ну, что это? Это мы вот
наши современные упаковки, да, ну это еще куда ни шло, да, такие есть и винтажные. Вот, это тоже уже под винтаж сделано, такая вот. Так что всем желаю, охотникам, удачи. Ну и следите за мной, поставьте там лайки, какие-то комментарии. Я буду очень рад этому. Всем всего хорошего.